Все, отлично. Так, все, встали все на месте, не двигаться. На первый, второй, рассчитаться. Первый. Второй. Ну, придурок. Он это, короче, он не мой. Просто команда им***, честное слово. Второй. Ага, давай. Я тебе верю. Первый. Дальше. Второй. Первый. Второй. Слава богу, думал, скажешь третий. Просто команда мечты. Так, ребят, у нас такие дела, короче. Мы заходим, работаем чисто. Мы спецназ, мы команда, хватит блымать своим стробоскопом сраным. Узнаем, где находятся артефакты, ядрить их в корень. Артефакты, ядрить их в корень, забираем, используем ученых как живой щит и съедим. Так, сразу скажите, если среди вас есть лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Ты из вот этих, да, или нет? Я тут. Ну, понятно, короче, один гей на один. А, что насчет тебя? Он серьезный гей, он играет в Майнкрафт. Оно видно по лицу. А, я вообще-то русский. Ну, хорошо. Ты гей или нет? А, да. Блять, да вы заебали уже трое. А ролик был снят на сервере World Event, где каждый день проводятся РП-эвенты для игроков. Ссылка, естественно, я оставлю в описании. Он не мой, не может сказать. А, ну да, да, он Бравл Старс, это, блять, еще хуже. Пикачуха? Да, сэр. Хокаги, может, ты один нормальный тут? Нет, я гомосексуалист. Ёбаный в рот. Пиздец, блять, ну и команда, конечно. Отряд пидорасов. Боевых, просто штрафбат отдали, честно слово. Ладно, как-то будем с вами работать. Главное, прикрывайте друг другу тылы, а то вдруг кто-то из нас захочет. Вот все, кто выживут, те делайте, что хотите, честно. Главное, чтобы, блядь, подальше от моих глаз. Так, я решил провести, как бы, тест на, как бы, интеллект, на ICQ. Так что давайте, как бы, тебе очень важный вопрос с такой 1 плюс 3. 10. Понятно, дебил найден. Окей, успокоитель, тебе тот же вопрос, 1 плюс 3. Он не мой, сэр. Блять, я забыл. Покажи на пальце. Сэр, так будет 4. Будет же 4. Ебану завали. Ты уже ладно, просрал момент. Хватит калькулятором пользоваться. Нет. Пикачуха, 1 плюс 3, к тебе такой же вопрос. Следующий вопрос, сэр. Понимаю, следующего не будет, ты дебил. Пока я тебе тот же вопрос. 1, сука, плюс 3. РП-10 достал калькулятор. Нельзя, запрещено, закрывай, все, ты дебил. Димлорд, ну ты ж мой, как бы, ну, заместитель, ну, 1 плюс 3, ну, ебано. Ну, 5 будет. Да ёбт. Ну, ты был близко, да. 6. РП-10 остался 4, сейчас посчитаю. Счёты. Правильно, си, что, 4, правильно, 4, правильно. Тогда я отдам приказ мне застрелить, блять, если это 20 минут будет длиться. Ладно. Я пока у него не отдал приказ. Ладно. Ну, ты будь готов. Ладно. Ну, пока что не надо. Ладно. Ты отличный, ты солдат. Ну, я ж переговорщик. Блядь, ты должен был сказать ладно. Так, дорогие мои люди, я думаю, вы прекрасно знаете, куда мы прибыли и зачем мы прибыли. Собственно, если кто-то ударился головой, напоминаю, мы прибыли за артефактами. Товарищ старшина. Что? Разрешите отойти, справить нужду. Разрешаю, это ваш последний шанс, кстати. Да я уже наводил. Ну, я надеюсь, костюм справится с такой задачей. Уважаемый, у вас, ну, как бы время подтягивает. Ильяс, иди, забери его, хватит ссать, блять, у нас время идет. Один человек остается, все остальные за мной. Расскажите, чтобы Люцифер здесь остался. Нет, я хочу здесь остаться. Люцифер, ты как самый надежный мой человек после лейтенанта, остаешься тут и... сторожишь парашу. Достойная миссия для достойного человека. Спасибо за сотрудничество. Командир, мы нашли карту инженера. Стоять. Отлично. Вы меня слышите? Да, слышу. Я представитель, сэр, значит... Сэр Шухер! Сэр Шухер, группы. Там охрана! Что, блядь? Там отбой, это наши. Это наши. Василий Иваненко, Залупенко, блядь, Петрович. Собственно, вопрос такой. А где у вас артефакты? Ну, такие артефакты, ну, то есть, как бы, такие аномальные и опасные, и загадочные очень, очень загадочные. А, ну это вопросы не к нам в таком случае. А к кому, блядь? Там у нас еще их штук 10, таких же человеков, каких мы. Успокоитель, берешь от этих двух дорогих людей и отводишь их в интерком, там хранишь, понял? Вы дебилы, вы что сделали? Тихо, это система безопасности. Мы сейчас будем подготовить ловушку. Сейчас к нам будут идти. Просто ебанутые сейчас. Люди. Я предлагаю просто использовать транквилизатор и все. Найс. Быстро. Чисто. Это командир. Черт. Да твою мать, кто начал? Вы, блять, конченые транквилизаторы для кого выданы, сука? У нас проблема, нас спалили. Наши двое начали херачить по охранникам. Так, где артефакты? Просто скажи нам, ученый. Артефакты, я не знаю, я не помню.
Должен, должен сейчас стрелять. Вспомнить, или будет плохо. Это наш, не стреляйте. Стой, 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 свои. Ты или говоришь, или да? Я тебе пристрелю. Да, да, я переоделся, ты придурок. Мишки 049. Да. Сука, ну вы, не понял. Да это моя экипировка. А, точно. Фу, блин, ты меня напугал. Одежда просто как труп выглядела, точно, правда. Все, эти дебилы. Да класс, стоять, блядь! Своего, сука! Идите отсюда, ладно. Уйдите отсюда, они думают, что я охранник. Так, иди. Дебил, просыпайся, война идет. С добрым утром, спящий королев. Как охрана, может, пойдем, проверим? Кто-то, блядь, в спину выстрелил. Чего, блядь? Да своишь. Так, всё. Молодой научный сотрудник, вы нам не хотите сказать, где находится артефакт? Выходим. Вы имеете в виду спецобъекта? Да. К чему это что? Это то, что нам нужно украсть. О, в смысле вернуть, блядь. Понимаю. Это зеленые люди. Сука, ты кому тут, блядь, пасть раскрываешь? Да его ликвидировать. Еще раз что-то скажешь, мы тебя пристрелим. Стоять! Лицом к стене! Стоять, оружие на пол! Стой! Да нет у меня никакого оружия! Начинать. Нет у меня никакого оружия! У него был фонарик, опасная херня! Двух ученых и уборщика. Ты предатель! Ебало, завали, пожалуйста, или получишь пулю в лоб. Предлагаю, знаете, их куда отвезти? Помните, вон там какой-то бункер, типа этот сейф какой-то там, ДЦП, короче. Все за мной, все за мной, все, все, все. Уборщик, ты тоже, если хочешь жить. Осторожно. Ух, блядь! Меня цызнуло. Вас жопу чуть не оторвало. Так уже оторвало. Мне Бруник спас. О, менеджер Комплекс. Почему его не связали? А, у меня нету чем. Уже. У меня тоже. Придется убрать уборщика. Уборщик! Быстро сюда! Не кричите. К стенке. Блять, хорошо. Ты уж прости, подожди, но... Подожди, секунду. Ты готовься? Ну подожди. Подожди. У кого есть связывалка? У кого связать? У меня есть, Все, 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 иди связывай. Все, тихо, тихо, не убивай. Я могу что-то рассказать. Иди связывай его от менеджера. Знаешь, где находятся SCP? Любые, которые в контейнерах. Да, да? Да. Отведи. А вы меня не убьете? Нет, мы ж тебя сейчас только что не убили, хотя хотели. Сейчас двое человек должны остаться здесь и охранять как бы всех наших прекрасных заложников. Все остальные пойдут за мной, нам вот этот прекрасный Д-класс укажет, где находятся другие артефакты. Вы куда-то где, где артефакты? Где артефакты, которые можно взять с собой? А вы можете взять каменный монолит большой с собой? А, вряд ли он поместится в наши карманы. Да, мы тут были уже, все, 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 мы тут были, мы тут были. Да, мы тут были. Обратно. Да, 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 да. Обратно. Мы сделали круг. Да, мы сделали круг. Нам нужно найти комнату, в которой написано лифты А или Б. Знаете такие где? Блять, он нас просто за нос водит. Да не, не вожу я за нос. Если вы мне, блять, покажете, где эти комнаты... Так вас вести или нет? Нет, нет, я вижу, что ты делаешь. Не надо, мужик, послушай, не надо, пожалуйста. Я все понимаю, у тебя, наверное, тоже есть семья. У меня она тоже есть, не надо. Не, у меня я... нет семьи. Аналогично. А, ну, у меня есть. Блять, отстой, чувак, мы тогда очень не похожи по мировоззрению. Давай его запрем тут просто. Да, это плохая идея, запрем. Он, скорее всего, выберется. Каким образом? Если этот охранник смог, блять, от... Блять, той шайки сбежать, то чё, блять, этот Д-класс, блять? Мы можем доверять только собственному оружию. Ну я это делаю. Суду не доверяют. Вот этот человек должен. Но встань лицом к стене. Бля, мужик, пожалуйста. Это приказ. Я тебя прошу, блять, не стреляй, я тебя прошу нахуй. Итак. Если вы найдете эти комнаты, за попытку обмана оперативной группы Альфа 01 вы приговариваетесь к ликвидации. Все, вы слишком мягкотелый. Ну есть немножко такой. Короче, я предлагаю нам всем собраться, съебывать с комплекса, собрать вот эти все вещи при этом. Используем ученых как живой щит. 079, протокол 207. Свяжи этого! Ты чё там ему наговорил, блюдок? Нам нужен только менеджер, можно второго минусануть. Вы слышите это? Вы слышите это? Да. Плевать. Тебе уже это не интересно будет. Да. При смерти инженера будут включены защитные протоколы. Ты, блядь, раньше не мог плевать. Сказать конченый. Да, помельчал у нас, конечно. Да. Вали, 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 Ива, вали! Граната! Да, и вы все. Да плевать.
Стойте там, стойте там. Выйти с поднятыми руками, быстро. Не прилетело. Спасибо. Спасибо, я живой. Кто меня воскресил? Хокаге, ты мой спаситель. Русский Иван, сдавайся. Тебя ждет теплая одежда и горячая пища. Выходи оттуда, граната! Сорян. Я видел, что не мог со мной бить. Я подорвал все четыре, которые были в офисах, но они могут обвалиться в любой момент. Уходим. Уходим. Сэр, я обманул моговцев, я обманул всех. Всех обманул. И маму, и папу, и деда, и бабу. Что с тобой? Ты это... что? Это что было тут? Ты придурок, зачем ты меня стрелял? Это извините. Он не знал, ты же в чужой форме, алё. Все, уходим, уходим, эвакуируемся. У нас еще один SCP-018. Насрать, эвакуация, мы так многих потеряли. Я взял кого.